Друзья, всем привет, с вами, как всегда, Алексей Крылов. Ну что, продолжаю отвечать на ваши вопросы. Это видео предназначено для тех людей, которые хотят создавать свои каналы. Но в первую очередь я расскажу про процесс монтажа и видеосъемки. А конкретнее, как начать снимать, при этом вложив минимум денег. Потому что очень много вопросов связано с техникой. Алексей, на что ты снимаешь, в чем ты монтируешь? Потом по поводу ноутбуков спрашивают, какие модели покупать, чтобы в них монтировать. И сейчас я про это все подробно буду рассказывать. Я, в принципе, снимал на тему монтажа, на тему видеосъемки, видеоролики, но я говорил так поверхностно, не показывал процесс. Сейчас я покажу процесс монтажа. Вот. И, как говорится, разжуй и в рот положи. Вот так вот. То есть сейчас будет подробно. Однажды утром вы проснулись, и вам пришла гениальнейшая идея. Вы захотели стать видеоблогером. И первые вопросы, которые мне задают, это на что снимать. И связаны, если говорят, у меня минимальный бюджет, на какую камеру снимать. Смотрите, я советую, если у вас есть мобильный телефон, и он умеет снимать видео, то это может быть вашей первой видеокамерой. Потому что, когда я начинал снимать видеоролики для этого канала, у меня первые ролики были сняты на мобильный телефон. Поэтому, если вы ограничены в бюджете, это может стать отличной первой видеокамеры. То есть вы попробуете, поснимаете, понравится вам, не понравится, и дальше уже будете что-то думать. Но, как вы видите, последние модели мобильных телефонов имеют крутейшие камеры, поэтому я считаю, что, наверное, будущее все-таки идет уже за мобильными телефонами, потому что там и идет, и там есть расширенные объективы, ну, как широкоугольные, в народе они называются выпуклые, вот так вот, но там они в меру выпуклые. И огромное количество других объективов, что очень удобно, и качество сейчас на телефонах очень крутое, поэтому почему мобильник не может стать вашей первой видеокамерой, тем более они сейчас могут снимать под водой. Один из главных и сложных вопросов люди спрашивают: Алексей, подскажи, как монтировать видео, на что монтировать, в какой программе монтировать. Смотрите, сейчас уже идет, как сказать, эра мобильных телефонов, то есть мобильные телефоны усовершенствуются, они становятся мощные, и в них можно делать практически все, что хотите. Потому что люди спрашивают: подскажи ноутбук, подскажи как, что. То есть я считаю, что самый лучший способ, это, наверное, способ будущего, это монтаж в мобильном телефоне, потому что монтировать можно везде. У нас огромное количество времени, особенно в путешествиях, когда мы ждем самолет в аэропорту, когда мы летим, когда мы куда-то едем, и нам нечего делать, в этот момент можно монтировать. Итак, в чем же монтировать? Конкретно программы, и покажу примерно, как это все дело создается. Программа, которую будем использовать, называется Filmora Go. Ее можно установить как и на iPhone, как и на Android, поэтому любой телефон ее потянет. И сразу возникает вопрос: программа-то программа, но как же ей пользоваться? Потому что видеоблогинг привлекает людей уже разных возрастов, и кто-то думает, что я в этом никогда не разберусь. На самом деле монтировать очень просто, и современные программы, они сейчас усовершенствуются, то есть делаются так, чтобы человек, который в этом никогда не разбирался, в это никогда не вникал, чтобы это все делалось очень просто. На примере данной программы смотрите, здесь есть специальный гид, который четко показывает, что и как делать. Я выведу экран с телефона рядышком со мной, чтобы быстро вам расскажу про программу, то есть как ей пользоваться. В программе, что самое удобное, есть гид, то есть есть инструкция, как ей пользоваться. Она очень простая, то есть все показано в анимации. Там не написано текстом, что потом нужно отгадывать и понимать, ну, как это все делается. Итак, создание нового проекта. Все четко показано, как импортировать видео из телефона, как создавать новый проект. Показывается, как регулировать длину клипа, то есть это есть вот с помощью анимации. Потом удалить или поменять местами клип, добавить текстовой эффект. Кстати, многие по поводу текста тоже спрашивают, как это все создается.
Потом, как использовать фильтры, то есть это цветокоррекция. Если вам не нравится цвет вашего ролика, то есть здесь все очень просто корректируется. И как экспортировать видео, то есть вы уже когда сделали проект, и как его выгрузить в телефон. То есть все тоже очень просто. Брать видео можно с мобильного телефона, либо напрямую снимать, и оно уже сразу будет загружаться в программу. Также я рассказывал, что современные вот экшн-камеры GoPro 9, на которые я снимаю, что можно без проблем передавать видеофайлы на мобильный телефон через Wi-Fi, не нужны никакие шнуры, поэтому в чем и удобство этого видеомонтажа, потому что также люди говорят, вот я хочу снимать под водой, нырять, какие-то экстремальные, то есть без проблем сняли на GoPro, перебросили на мобильник и там это все дело монтируйте. Итак, показываю по поводу захвата видеокамер, фишка этой программы, смотрите. В том, что можно либо снимаете на одну камеру, как хотите, либо это может быть для Инстаграма, либо это может быть для Ютуба, формат видео, какой хотите. И очень удобно то, что здесь есть две камеры, то есть видно, как я снимаю, и видно, что происходит передо мной. Можно менять ракурсы, это тоже очень удобно. Ну и давайте быстро пройдемся по функциям, что здесь и как здесь. Итак, я уже вот создал проект. У меня есть нарезка из моих путешествий, то есть вот запускаем. Первое, что здесь есть, это фильтры, то есть фильтрами пользоваться очень просто, это цветокоррекция. Смотрите, внизу просто раздел фильтры, нажимаем и вот выбираем, что нам нравится. То есть нажали, например, вот такое вот, хотим там черно-белое. Видите, сразу становится черно-белым. Хотим, чтобы было как-то вот по-другому, то есть... Выбираем вот какой-то такой фильтр. То есть это уже все идет на ваше усмотрение, что вам нравится. То есть видите, под каждый кадр там можно подобрать какой-то интересный фильтр. Следующее, что мы хотим, это, например, есть какие-то наклейки. Знаете, когда смотрите видеоролики, у блогеров там высвечивается там поставь лайк, либо подпишись. Заходим в раздел наклейки. То есть это такая уже небольшая анимация идет. Нажимаем добавить. И здесь есть, например, лайк. То есть, как делаются эти наклейки? Они делаются очень просто. Например, можем, смотрите, сделать ее по размеру. То есть, если мы хотим, чтобы она была маленькая, и вот переместить ее в угол, переместили, и будет она появляться вот так вот. Вот. Наклеек огромнейшее количество. То есть, есть темы лайки, колокольчики. Это если по поводу соцсетей, там, подпишись. Есть там наклейки на тему фастфуда, есть наклейки по поводу всякие вот всякие смайлики, чашечки кофе, все что хотите, есть наклейки планеты. В общем, эти наклейки можно еще скачивать бесплатно, то есть разработчики постоянно их обновляют и делают. Следующий момент — это эффекты. Так, нажали на видео, и здесь есть раздел, смотрите, эффект, вот такая звездочка, нажали, и здесь уже подбираем то же, что хотим. Есть всякие, смотрите, засветы, есть, например, всякие и дергания, и, то есть, вот, например, очень классно сюда подойдет, поскольку светит солнце, это какой-то засвет, вот, ставим вот такой засвет, и видите, то есть видео уже идет, только его нужно... Вот, мы его отрегулировали, перенесли еще на начало. И видите, уже идет засвет. Следующий момент, который тоже очень такой популярный, это переходы. Как же делать переходы между видеороликами? Тут все очень просто. Видите, кадр соединяет вот такой вот прямоугольничек. Нажимаем на этот прямоугольник. Еще раз нажму, покажу. Вот, нажали на прямоугольник, и здесь появляются переходы, которые мы можем использовать. Смотрите, это может быть всякие спортивные переходы. То есть, вот я, например, нажимаю. Видите, может быть такой резкий переход. Либо это может быть какой-то, какие-то квадратики выплывающие. Вот. Либо это может быть, не знаю, сейчас зайдем, посмотрим, какой-то скотом эффект. Вот такие эффекты. Мы можем их ускорять, мы можем делать, чтобы быстро... Ну, переход происходил очень быстро, поэтому это уже тоже по вашему желанию. То есть, вы видите, все делается это очень просто. Следующий момент, который многих интересует, это текст. Вот. Здесь тоже все очень просто. Нажимаем текст. Обычно мои видеоролики называются, то есть, начинаются с той стороны, где я пребываю. Например, в данном случае, ну, просто напишем слово travel. Пишем travel.
написали, видите, у нас вот, можем его подкорректировать, чтобы оно было на весь экран. Потом выбираем стиль, то есть выбираем шрифт, то, что вам нравится, то, что хотите. Вот, например, такое, хотим, чтобы на весь экран было слово «travel». Потом здесь можем регулировать цвет текста, границы. То есть какого цвета, чтобы были границы. Видите, потому что оно слишком очень светлое все. Вот. Отрегулировали. Оно стало с такими темными границами. Потом можем делать тени, если они нам нужны. То есть тут уже они могут быть расплывчатые, могут не расплывчатые. В принципе, вот по тексту это все понятно. И также текст регулируется. Будет он длинный, будет не длинный. И самое главное, да, текст может не просто так появляться, как сказать, то тупо появляться. Он может как-то красиво появляться. Он может вот так вот вылетать. Может просто с увеличением. Может появляться сбоку. Это уже... тоже на ваше усмотрение. Следующий момент, самый важный, это музыка. Как же добавлять музыку? С музыкой тоже никаких проблем нету. Нажали «Музыка». И, например, есть здесь стандартные песни, есть стандартные звуковые эффекты. Но если вот по поводу авторских прав, я уже как бы использую свою музыку, на которую авторские права разрешены. Например, вот выбрали трек. Вот. И тоже можем его регулировать. Вот поставили его в самое начало. Можем делать угасание. Вот нажимаем, смотрите, чтобы было постепенное появление звука. Можем, чтобы делать более объемный звук. И также, чтобы было постепенное затухание звука, то есть это, видите, вот вы сами все регулируете. Ну что, по поводу монтажа, я думаю, более-менее все стало как-то ясно, понятно, как это дело создавать. Все-таки я считаю, что будущее идет за мобильными телефонами. Ну, будущее в том, что это очень удобно. То, что монтируете где хотите, когда хотите, едете в маршрутке, едете, летите в самолете, сидите, кого-то ждете, там 5 минут помонтировали, отложили. То есть очень вот мобильный монтаж, он прям суперски экономит время. Я показал, что делается это очень просто, от вас нужно только желание разобраться, не знаю, буквально там 5-10 минут, максимум полчаса, и вы уже станете профи в монтажной программе. Вот так. Ну, в принципе, для каждого по-разному. Для меня было все очень просто. Так что, друзья, ссылка на программу будет под видео. Скачивайте, пользуйтесь. Надеюсь, я вам помог. Про монтаж рассказал и коротко расскажу про технику, на которую я снимаю. Смотрите, я снимаю на GoPro 9, и также я снимаю, сейчас очень много начал снимать, на iPhone XS Max. Это не последняя модель, но снимает очень круто, я смотрел на телеке, то есть видео очень хорошее на нем. Но, конечно, хочется уже приобрести какую-то одну из последних моделей телефонов. Также снимают круто, и, ну, по-моему, сейчас все модели, вот самые последние, которые, они все снимают очень круто. И бюджетные, и небюджетные, вот, поэтому... Что мне здесь не хватает в этом телефоне, это широкого угла. Это было бы вообще идеальный девайс для съемок. Вот. А так я использую GoPro. Не всегда, уже повторюсь. Очень классно также снимать под водой. У него огромнейшее количество минусов и огромнейшее количество плюсов. Но огромнейший плюс, что я уже говорил, можно перебрасывать весь материал по Wi-Fi на мобильный телефон и в нем это все дело монтировать. Это очень и очень удобно, не нужно никаких шнуров. То есть сидишь, кого-то ждешь, либо летишь в самолете, едешь в поезде, либо в автобусе, перебросил и сидишь, монтируешь с GoPro на телефоне. И дополнительные еще устройства, которые использую, смотрите, это как это, монопод. То есть он выпрямляется на сколько там? 1,80 м длинный, но я его использую очень редко. Это поплавок для камеры, если я снимаю там в аквапарках, снимаю, либо я снимаю где-то там под водой плаваю, потому что если вдруг камера выпадет из рук, он сразу всплывает, он очень яркий и удобный. Вот, и также это powerbank на 10 000 этих
ампер или миллиампер, я уже точно не разбираюсь, как там правильно говорить, но думаю, лучше уже купить на 20 тысяч, чтобы хватало вам его надолго. Подводим итоги. Если вы хотите начать снимать видосики, то я считаю, что берете ваш мобильный телефон, в нем можно и наснимать, и в нем можно намонтировать. Вот, и сразу же с телефона выставлять в социальные сети. Либо это может быть, вы можете в Инстаграм выставлять, либо на Ютуб выставлять и другие. Поэтому я считаю, что не нужно вначале тратиться на дорогущие ноутбуки. Не, хотя если у вас есть возможность, то без проблем, неограниченный там бюджет, потому что есть ноутбуки и по 3000 долларов, по 2000 долларов. Вот это было больше посвящено такому бюджетному, как быстренько-быстренько стартануть с минимальным бюджетом. Вот так. Надеюсь, видео было полезно. Задавайте ваши вопросы. Буду на них подробно-подробно отвечать. На этой прекрасной ноте заканчиваю видео. Желаю всем счастья, здоровья, всего самого хорошего. Кто решил создавать видео, хороших вам видео интересных. Всего самого хорошего. И самое главное, путешествуйте. Всем пока.